Нет никого более лживого, излучающего ненависть, как придворный шут Жириновский. Этот пропагандистский негодяй борется всегда и со всеми. Сначала он боролся с теми, кто давал информацию о распространении коронавируса в России. Позже он начал бороться с теми, кто не делает прививки. Для пропаганды он рассказывал, что он сделал 7, а последнее время даже 8 прививок от коронавируса. Но, видимо, спутник 5 не спасает от коронавируса, либо Жириновский не делал никаких прививок. Наконец-то этот старый плут обманул сам себя.